Ряд политических вопросов, которые мы должны обсудить. Основной из них – это предстоящие выборы. Я уже говорил об этом, мы вступаем в электоральную кампанию. Она будет длительной, и этот, и следующий год, начиная с местных органов, власти советов местных, Всебелорусское народное собрание, новое, и заканчивая президентскими выборами. С одной стороны, мобилизация людей и наша мобилизация. С другой стороны, конечно, надо сделать так, чтобы не раскачалась страна и общество, не раскачалось, как это было прежде. Это первая тема, ну и кадровые вопросы, идеологии, вопросы идеологии. Здесь у нас тоже много вопросов, вроде как-то работаем, но желательно, чтобы эффективность была выше.